Всем изи привет, вы на канале Алиса Изи Пэтс, меня зовут Изи Роза, это наша хомячиха Фанта, и это ее деточки маленькие. Маленькие хомячатки сирийские, им сегодня, по-моему, 3 дня, да, и у них уже видно шерстку. Они уже видно, что некоторые потемнели, стали похожи на папу, некоторые наоборот светленькие, похожие на маму. И мамочка у нас сегодня видно, что она уже очень сильно устала. Она у нас даже садится в уголочке периодами, выходит, садится отдельно в гнездышко, чтобы отдохнуть. А я ее подкармливаю. Смотрите, в миске у нее здесь полная миска корма, всегда вообще полнючая. И я ей сегодня давала вот яичко. Кусочек она надъела, кусочек остался. И обязательно много сочки. Наверное, сейчас я ей принесу еще огурца, потому что все время салат да салат, надо ей дать огурца. Подпишись, даже если у тебя лапки. И помните, я вам рассказывала раньше, что вот часто такое бывает, что хомячок вылазит, мама хомячиха вылазит из гнезда, и за ней тянутся хомячата. То есть они на сиськи, она их прям вытягивает из гнезда, и они могут по дороге потеряться. Именно для этого вот нужно убирать домик, и пусть будет вот такое глубокое гнездо, в котором эти хомячата будут лежать. Ну, если вдруг кто-то оторвался, то хомячиха сама берет этого хомячка, приносит, и обязательно у них после такого похода у них состоится что? Мытье. Потому что по дороге мог ребенок испачкаться, чтобы злые дикие звери его не нашли, нужно его помыть и обязательно сложить обратно в гнездо, чтобы он был чистый. Боже, у меня один раз был такой кошмар, я видела. Но это был единственный хомяк, который так делал. У меня как-то хомячиха родила хомячат маленьких. Вот, и они когда начали расползаться по клетке, у них вот-вот, скоро они уже начнут расползаться. Вы это увидите, кто останется на канале. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Как растут хомячаты, наблюдать каждый день, это просто класс. Так вот, и когда хомячаты расползались по клетке, хомячиха бегала, их собирала и складывала за щеку. Это просто ужас. Я первоначально, я тогда была еще неопытная, я думала, что она их съедает. У меня была паника, истерика, я бегала по дому, всем нашим домочадцам кричала: люди, спасите, помогите, там хомячиха хомячат ест. Муж пришел, говорит: ну чего ты нервничаешь, что ты бегаешь-то, говорит, это она их просто складывает за щеку, так нести удобнее. Ну, действительно, это же хомяк. Хомяку так удобнее нести. Вот смотри, Фантик, я тебе еще вот положила семечки вот здесь, свеженькие принесла, там орешки есть, кушай, выбирай. Конечно, хомяка нужно очень хорошо кормить в этот период времени, потому что, представьте, 14 хомячат. Да, кстати, вы, наверное, сейчас можете видеть, что у хомячат блестят зубки. Дело в том, что хомячата маленькие, вот они рождаются лысые, голые, на них нет шерсти, и у них закрыты глаза, потому что некоторые спрашивали у меня, а где глаза? Глаза у них откроются, они у них сейчас еще пока формируются, растут, так вот глаза откроются где-то на 11-й день. Но хомячата всегда рождаются с зубами, и когда они зевают, вы эти зубы всегда можете увидеть. Что, Фантик, все? Может, тебе еще червячков дать? Да? Кукла моя, иди сюда, иди скорей. Вот, я смотри, тебе еще тут вот такого белка дам. Конечно, хомячиха устает очень сильно. Ну, для нее такое количество хомячат – это очень много. Но я вам скажу, это не предел. 14 – это не предел, потому что иногда рождается 18, иногда 20. Такое потомство выкормить, конечно, очень сложно, но бывают такие случаи, когда вот их очень много рождается. И тогда, конечно, бедная хомячиха, кормить нужно ее за обе щеки, чтобы у нее всегда было много всякого разного корма вкусного, чтобы хомяк не голодал. Обязательно постоянно должна быть сочка, каждый день нужно давать белок. И как только они начнут пробовать еду человеческую, это где-то на 4-й день случается, ну, вернее, не человеческую, а хомячиную, обязательно нужно их подкармливать. Я не имею в виду, что брать в руки хомячонка и прям кормить его. Нет, я имею в виду, что должно быть что-то такое, что хомячонок легко может пожевать.
И из-за того, что они рождаются с зубами, им, конечно, легко жевать даже зерна. Вот такие вот они плющенные. Маленький хомячонок может такое зернышко погрызть. Легко погрызет. Но лучше, чтобы что-то было то, что легко переваривается. Это может быть вот там салат можно давать, можно яйцо. Я его тогда руками прям разминаю. Это у меня сейчас хомячиха ест. А когда хомячата маленькие, я беру такую плоскую посуду, ну, например, какую-нибудь крышку или тарелку из детских наборов. Разминаю там яйцо мелкими крошками, и хомячата там собираются, сами едят. Если вот их прям сильно много, то я туда прям яйцо крошу, гнездо прям насыпаю, чтобы они там кушали. Ну и смотрите, сегодня им третий день, и вы уже видите, что некоторые из них стали черненькие. Это не значит, что хомячонок будет прям черный. Нет, это значит, что он будет какого-то более темного окраса, чем белый или рыжий. Подпишись, даже если у тебя лапки. Может быть, он более темного окраса, чем белый, или вот такой вот, как бежевый, как Фанта сама. Ну и Фанта, когда приходят люди, она обязательно должна зарыть гнездо, чем она сейчас и занимается. Вот так вот она пытается закопать. Вы представьте, сколько усилий нужно было, чтобы вот это все выгрести и сделать вот такую кучу. Это не я делала, это все Фанта. Молодец. И, ребят, если у кого-то есть хомячаты, вы задаетесь вопросом, а когда у них можно убирать, потому что вот это все, это Фанта уже там справила свои дела вот в этом углу, вот в этом. Убирать можно 3-4 дня. Смотрите по реакции хомячихи. Если она сильно не нервничает, вы просто взяли перчатку, одели на себя. Сейчас перчатки есть у всех, я уверена практически. Сейчас карантин, вы перчатку себе точно в доме найдете. Перчаткой вот это дело все выгребли. Мыть нельзя, доставать их нельзя, гнездо нарушать нельзя. Выгребли, насыпали новых, она вам опять будет ходить в туалет, но не будет стоять запах. Потому что когда малыши подрастают, они тоже начинают писать, конечно. Они, кстати, ходят в туалет туда, куда мама ходит. Вот это вот оно слепое еще, без глазок еще, может телепать на другой конец контейнера, чтобы пописать в то место, где мама. Кстати, еще иногда хомячата, вы вот увидите, они начнут разбегаться, путают. Они думают, что вот в этом месте, там, где вот это вот у нее навозная куча, я не знаю, как туалет, они думают, что там мама сидит, и они слепые бредут на вот этот запах, маму ищут, когда мама пошла отдыхать. Ну, а я мамке нашей не ставлю колесо, как я уже говорила, чтобы она там не гоняла. Ну и мамка наша, вот смотрите, Фантик, покажи нос. Фанта, Фанта, нос покажи. Фантик, ой, занят. Хомяк очень сильно занят. Видите, нос какой? Это у нас же по вечерам мы клетку грызем. Пытаемся вырваться наружу. Весь нос себе вчера растерла, бедолага, но продолжает его грызть. Ну и видите, вот, природные инстинкты. Хомяк загребает. Вон там уже просто опилок нет, уже голое дно. Здесь вот такая гора, там сантиметров 15. Но мы будем грести, продолжать, да? Она такая уставшая, у нее уже лапки дрожат. Такая бедненькая девочка. Да. Она приходит вот в этот уголочек, садится и спит. Я испугалась, что она гнездо бросила. Ну нет, они там вместе, им тепло. И кроме того, в квартире сейчас очень тепло. 25 градусов. И она ходит от них отдыхать, потому что много их, тяжко их кормить всех. Водичку, я смотрю, она не пьет, не хочет она водички, а вот салатик она съедает. Получается, даже по листу салата я ей кладу один утром, другой вечером. Ну, она то салат, то огурец, то кабачок. Кабачок не жалует, а вот огурчик, салатик. Можно другие овощи давать, можно давать морковку, свеклу. Но такие вкусняшки сейчас, как клубника, черешня, там свежие помидоры я не рискну давать. И не давайте капусту. Ни в каких видах, даже те, которые можно вот в обычное время. То есть там брокколи вообще можно, там пекинскую можно. Но вот когда хомяк беременный, вскармливает хомячат, лучше не надо. Мне он сейчас там нужно убрать, потому что на кабачок забросила, не доела. У нее лежит. И за щеки что-то собирает, складывает. Ну, у нас корма здесь много, что за щеками наносит. А вот это вот уже нужно выкинуть, потому что я уверена, что у нее там еще много всего закупано вкусного. И она их вроде закопает, но мы абсолютно не переживаем, потому что она все равно в гнездо возвращается, все хорошо. Подолгу она, конечно, отдыхает уже, но я ее понимаю. Многодетной матери очень это сложно.
И мы вчера рассматривали с вами хомячат с дна. Сегодня тепло, она уже гнездо раскрыла, уже они так проветриваются. Им уже не страшен холод, потому что, во-первых, потеплело очень сильно, а во-вторых, уже у них шерсть начала появляться. Тоже не лысые совсем были, прозрачные. А сейчас уже шерсть появляется, уже все нормально. Ой, ребят, все, закопался хомячок, я не буду ей мешать, пусть она отдыхает, а то она будет бояться, что мы там ей что-нибудь плохое сделаем, все равно она нервничает. Поэтому я с вами на этом буду прощаться сегодня. Завтра покажу вам, что происходит опять. И не забудьте перейти на влоговый канал, там я вас всех, как обычно, жду на премьере нового видео. Я вам расскажу о том, какой новый питомец и какая няшка. Короче, покажу все-все-все. Очень интересно, кому про нового питомца. Заходите, смотрите на влоговом канале. Ну а на этом прощаемся. Хомячку спокойной ночи. Всех любим, целуем. По хомячинам машем лапкой. Всем изи-пока.